Хутка на телеканале «Беларусь 4 Брэш» черговая премьера. Телемарафон до Дня обороны детей был масштабным доброчинным социальным проектом. Теперь черга малых формов. Супрацовники управления внутренних справ Брэшского облвыканкама и областного управления департамента аховы кажут, на блескучую идею натхнили их сами дети, которые вельми любят глядеть мультики. Потлумашись правила беспешных поводин у небеспешных житевых ситуациях, зрозумелые детям мовой анимации – задача серьезная. Але правоохоуники, увольные от працы час, собрались и спрытно ее вырешили. Думали Костася и Олесю. Мы обратились за помощью к студентам-аниматорам. Техническую поддержку и консультацию оказывали профессионалы. Это работники студии анимационных фильмов «Беларусь фильма». Режиссер-мультипликатор Александр Ленкин и композер Константин Андрюшечкин. Наберите 102 и все сообщите дежурному милиционеру. Говорит Костусь Теребунь. Прозвище мультипликационный герой, якому дал свой голос Марк Самасюк, отримал от назвы вёсочки в Брэшском районе. Гэтага Марк не ведал. Як же вести себя у экстренных ситуациях, ему рассказывали у школе и дома. Але повторить пройденное было и корыстно, и цікаво. Хлопчик спадзяецца на протяг мультфильма. Мы опять же будем узнавать все более там, для себя новое, ну и опять же, как себя вести в экстренных ситуациях. Там потому что сцена меняется уже, типа там группа сдержания на выезд, там уже может быть другая интонация будет какая-то. Вас понял. Срочно направляю туда наряд милиции. Спадзяецца на протяг и Сергей Дученко, кіраўнік прэс-службы областного управления внутренних справ. Бо выхаванне реальной отказности у гульнёвай наглядной форме, профилактика небеспешных ситуаций с детьми, як по напрамку милиции, так и по напрамках МНС и управления аховы здоровья, гэта агульнаграмадская мэта. К нам пришло письмо из города Березы. Егор Ермашук, учащийся 3 класса, узнал в нашем образе доброго участкового своего дедушку, который более 30 лет прослужил в Березовском РОВД. Костуся и Олесю чакае еще шмат пригод. Напрацовок и модель у ситуации у правоохоўнікаў хапае. Хутка белорусская милиция будет святкавать стагоддзе з дня утварення. Ну а водгуки и подтрымка глядачоў покажут, ці вырасти анимационный проект с разового выпуску до полновартосного мультсериала. Олеся Зеленко, Тиграна Капян, телерадиокомпания «Брест».